Всем привет, дорогие зрители! С вами канал Недвижимость Турции Paradise Alanya. Итак, новостройки в районе Оба продается 1+1. Здесь есть вся инфраструктура, открытый бассейн большой, крытый бассейн, сауна, хамам. Все я вам покажу после того, как покажу эту квартиру. Расстояние до моря 1870 метров до воды. Вы зайдете в воду и будете купаться. Максимально метры. Может быть и 1700. Есть несколько дорог, которые могут вас привести к морю. Итак, квартира 1+1. Высокие потолки. Проект только сдан в эксплуатацию. Так, месяц или два. Вся бытовая техника в квартире фирма Bosch. Вытяжка, плита, духовка, холодильник, кондиционер также фирмы Bosch. Как вы видите, высокие потолки 285-290 сантиметров как минимум. Может быть 295, да, не знаю. Санузел. Проточный водонагреватель фирмы Bosch. Санузел нормальный, не маленький. Вся квадратура квартиры 34-35 квадратных метров. Это нетто жилая площадь вместе с балконом. Спальня. Одноместная спальня для двоих, как раз квартирка. Вот. Такая интересная мебель. Угловая. Вот. Все, тут кондиционера нету, можете купить. Одна хватает на две комнаты, не надо тратить больше денег. И тут шкафчик. Надо посудомойку купить. Стиральную машинку я что-то не увидел. Стиральную машинку тоже надо купить. Да, сюда устанавливать стиральную, туда посудомойка. Все, дорогие зрители, спускаюсь вниз. Вышел я из квартиры, спускаюсь вниз. Здесь два лифта. Работает пока что один. Так, вот такой большой лифт. Так, тут кафетерия. Игровая комнатка, тут фитнес, там беседка, зона барбекю, вы отсюда видите. Так, мне сейчас надо к крытому бассейну пройти. Видите, везде это нюанс. Так, с изоляцией, как всегда. Так, здесь крытый бассейн. Пока что не функционирует. Где еще что тут есть? Массажные комнаты. Санузлы. Турецкий хамам. Открыто. Надо что делать? Фонарик включать. Вот такой хамам. Тут как она открывается? Тут римская парная комната. Вот она. Тут сауна. Ну, сауна большая. Для новостройки. Сейчас в основном маленький сауна делал. Здесь большая. Где-то 15-17 квадратных метров. Вообще. Включили свет. Так. Все, сейчас покажем снаружи. Снаружи у нас открытая парковка. И вот фасад здания. Зона барбекю. Тут деревья вырастут, будет красиво. Итак, цена, дорогие зрители.
С мебелью квартира стоит 108 500 евро. Без мебели 103 500 евро. Вот так. Звоните, пишите по номеру плюс 90 555 064 91 10. Такие цены в открытых районах, можно сказать, что нету. Если выйдет, то сразу уходит. Звоните. Всем пока-пока.